Снова здравствуйте, дорогие мои. С вами я, Михаил, канал «Картавый блогер». Очень надеюсь, то, что после просмотра этого видео вы поставите палец кверху, ну или палец книзу, да, то есть выскажите свое мнение, потому что все-таки мне интересно, снимать мне видео дальше, не снимать видео дальше, да, как-то, ну, поактивнее будьте, если не сложно, оставляйте комментарии. Значит, некоторое количество посылок набралось, поделим мы их следующим образом. Вот здесь интересности, это будет в конце, здесь мелочи, ну, давайте начнем с них, с них и начнем. Ребят, вы знаете, я думаю, то, что нужно мне взять коробку на почте, да, посылочную коробку, и начать, да, складывать те вещи, которые мне не нужны, но в обзорах моих были. И потом эту коробку кому-нибудь из подписчиков подарить. Вот надо понять, каким образом все это дело воплотить в жизнь. Ну, пока будем думать. Значит, что у нас есть? У нас есть покебол, который вот так вот открывается. И внутри находится маленький покемончик. Покемончики могут быть разные. Я в них не особо разбираюсь. Знаю, вот Пикачу, ну не более того. Шарик маленький, симпатичный. По качеству, ну, простенький, да. То есть, можно использовать как там, что-нибудь ребенок может в нем хранить. Если он там покемонов любит, там покемономанией какой-то страдает, ну... Вполне можно развлечь его за недорого. Давайте дальше. А, значит, ребят, это выделятель текста, как его правильно назвать-то даже, не знаю. Когда вот вы берете и там что-нибудь надо, какую-нибудь надпись, сносочку выделить. Не помню правильно, как вот он называется. Ну, вот есть разные цвета, стоят недорого. Вещь примитивная, вот в форме 5-миллиграммового шприца. Вот как бы вот. Интересно, берите. Ну, мелочь, ну почему нет? Вот, возвращаясь к уголку подонка, я помню, вот ругался на одного нехорошего продавца. Вот сейчас похожая ситуация. Вот он пишет, то, что в этой посылке что-то, что стоит $10. Реально там в этой посылке что-то, что стоит, не знаю, там, доллар максимум, да. А есть страны, ну, например, там Беларусь или Беларусь, как правильно говорить, не знаю. Извините, если сказал неправильно, где очень мало можно пропустить товара, да, без пошлинов. И вот прям вот заказывая такой переходник, можно вляпаться. Так, ну, ребят, вот. Затрудняюсь вам сказать относительно качества. Внешне это, конечно, ну, гораздо веселее, чем те переходники, которые кладут продавцы с телефонами. Внутри, в принципе, ну, не особо толстая медная пластиночка. Там такая все это дело из меди сделано. Наконечники. Ну, вроде помощнее, повеселее, стоит при этом недорого, но... какая-то вот копеечность проглядывает, не знаю. Но вот если у вас нету адаптера для телефона, вы купили там телефон с Китая, да, и адаптер, вот нужен переходник, ну, это, конечно, гораздо лучше, чем то, что в комплекте, но все равно как-то вот слабоватенько. Ребят, не знаю, добавлять это... в уголок для детей, в раздел канала для детей или не добавлять. Ну, пишет, причем пишет вполне приятно. Вот. Да нет, я думаю, в уголок для детей вполне такая ручка пойдет. Причем у нее цвета есть разные. Колесики такие прям не резина, конечно, но прям... Очень прикольная ручка, стоит недорого. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Внутри у нас вот такие вот стержни. Их вполне можно менять. Если вот такие найдете, то почему нет? Очень даже рекомендую.
меня вот этих вот переходников уже безумное количество. Samsung, ну, такая подделка откровенная у этого переходника. Значит, клал он нормальный считыватель, как называется, теперь вот экономят. Ну да ладно, флешка microSD 32 гигабайта, ну там есть объемы разные, вполне хорошее качество, сам ими пользуюсь. Tuahole, по идее, производитель, Mix — это, по идее, марка. Могу ошибаться, строго не судите, ну, да, голограммки, все по-взрослому, QR-код, проверочный код, то есть все по-взрослому, все хорошо. А есть у них вот эта вот флешка, это второе поколение, и есть у них флешка третьего поколения, стоит примерно в два раза дороже, чем вот такая, но там скорость совершенно другая, флешка будет позволять там снимать, либо воспроизводить что-то в видео в формате 4К. Флешки достойные, если нужны, ну, вполне рекомендую. Так, ребят, давайте, наверное, знаете, как сделаем? Я все это дело сейчас распакую, выложу, и будем смотреть, что... Ну, здесь много всего интересного должно быть. Вот прям вот распаковал и посмотрим. Когда уже ко мне придет мой маленький ножичек. Вот потерял я нож, а второй слишком большой, приходится вот этим вот такого огрызочком пользоваться. Так, ну давайте разбираться. В предыдущих обзорах у меня были уже вот такие вот держатели на вентиляционную решетку. Они мне очень понравились. Их не отличительная особенность в чем? А есть просто держатель, который вы вставили, и все. А есть держатель, его можно левее, правее немножко двигать. То есть тут вот крепление, внутри шарик. Значит, есть у него три варианта упаковки. То есть вот такая с прозрачным дисплеем. У меня приходило уже. Вторая — были маленькие серые коробочки. И вот третий вариант, он прислал дизайн для друзей. Вот. Третий вариант он прислал вот в такой упаковке. Держалки, ну, на самом деле, очень достойные. Мне очень даже нравятся. Давайте, наверное, вторым товаром у нас будет вот такой вот зарядник через прикуриватель. Причем здесь, видите, здесь два гнезда. Ну уж не знаю, по-моему, наверное, все-таки они одинаковой мощности. В принципе, у меня пришел тестер, и я думаю, этим тестером, видите, к заряднику сразу идет роковский кабель еще дополнительно. То есть вот я брал с кабелем. Я думаю, сейчас я пока это просто распакую, а через какое-то время я возьму тестер, дойду до там автомобиля либо розетки, в зависимости от того, что я буду тестить, и сделаю прям вот, насколько хорошо они выдают электричество. Сколько ампер и прочего. Значит, вот такие вот маленькие, совсем маленькие зарядки. 100-сантиметровый микро-USB кабель с 2-амперным заряжателем. Ну, насколько это правда, я думаю, скоро узнаем. Такая маленькая. Два в одном зарядка. Что же здесь? Два в одном, интересно. Так, как мы тебя будем открывать, чтобы потом можно было... Рок — это вообще, ну, достаточно серьезная марка. Насколько она хорошая, вот мы и узнаем, когда тестером все это дело потестим. Ну, пока предварительно... Не знаю, вот эта норма, то, что они как-то так вот по-другому смотрят друг на друга или нет. Вы слышали какой-то щелчок? Я его, наверное, сломал, не знаю. Так, ну,
Предварительно достаточно тяжелая штукенция выдает. Вопрос, сколько она выдает, да, будет на него ответ, ну, когда все это дело потестим. Пока уберем, пока только вот визуально показываю, как все это дело выглядит, не более того. Нужны замеры. Ну, а так, ну, вполне симпатичная небольшая зарядка. Так, знаете, ребристенькая. Два и одна десятая ампера максималка. Опять же, двойной выход. По качеству, ну, выглядит достойно. Насколько хорошо работает, ну, напоминаю, да, подписываемся на канал, следим за свежими видео и на днях, может быть, даже чуть пораньше, может быть, и чуть-чуть попозже уже, как со временем все это дело у меня разгребется, да, то есть, может быть, я наберу какие-нибудь там другие марки, сделаем сравнение, вот, и будет все это дело ясно. Так, ну, выглядит вполне симпатично. Не совсем я понимаю. О! Я долго думал, что это такое, для чего это надо. Выглядит это вот следующим образом. То есть, можно открыть, увидеть, как оно здесь красиво вставлено и как его надо использовать. То есть, в ухе должно выглядеть приблизительно вот как у этого серьезного дядьки. Значит, что у нас это такое? Эй-яй-яй. Вот это вот у нас запасная писюлька, или как ее правильно-то сказать, да, надеваемая на саму блютузку. По качеству, ну, выглядит вполне симпатично, достойно. И фишка здесь заключается в чем? Вот вы ее вставили, и все это дело ставите в прикуриватель. Вы это дело устанавливаете в прикуриватель и можете использовать как USB-выход, как, ну, зарядку. Да, чтобы у вас не просто был воткнут и занимал место, а как USB-зарядку. Причем на нем заявлено, что он будет выдавать 2,1 ампера. Да, то есть, ну, вполне неплохо выдает. Вот так вот нажимаем, вынулось. Нажимаем, вставилось. Еще раз нажимаем, вынулось. Видите, замигало как-то. Не знаю я, что это мигание означает. Возможно, то, что он ищет, к чему законнектиться. Может быть, что-то еще. Но выглядит вполне симпатично. Сейчас я попробую в ухо все это дело вставить. Понять, как бы это в ухо еще вставлять, было бы, наверное, совсем хорошо. Ну, Не знаю, в ухе вроде сидит, вроде не вываливается. Ну, давно я не пользовался блютусами, есть там все-таки определенный временный дискомфорт. Ну, это вот нужно для чего? Это нужно для машины, да, за рулем, сами знаете, разговаривать по телефону плохо. С помощью блютузки вы можете эту проблему решить. Задумка достаточно интересная. Качество Bluetooth гарнитуры, я думаю, будет на высоте, потому что это все-таки, ну, ROG. Да, ROG это серьезно. Марка, во всяком случае, серьезная. Так, ну и, наверное, чего? Что нам об этом дальше рассказать? Здесь есть еще у нас инструкция. Инструкция на китайском. Ну, есть некоторые картиночки. На картиночках. Давайте найдем.
Есть на английском языке, вполне можно все это дело будет перевести или понять, если вы знаете английский язык. Картинка где-то мне попадалась, но я ее больше найти теперь не могу. Вот она, смотрите, картинка, да? Что есть что, здесь все рассказано. Вполне можно перевести, вполне можно прочитать. Итак, посылки распаковал. Я думаю, соберем все это дело в кучу, сделаем тесты. Может быть, у вас какие-то есть мысли, да, что-то вы хотите в этих тестах увидеть, вы напишите в комментариях. Обязательно вступите в мою группу ВКонтакте, да, если у вас есть какие-то отзывы о каких-то посылках, ну, не поленитесь, сделайте фотографии, напишите отзыв, приложите ссылку, я все это дело размещу, ну, пускай люди будут знать, что есть хорошо, что есть плохо, что покупать, что не покупать, будем друг другу помогать. Ну, собственно говоря, до скорых встреч. Пойду монтировать видео.